13 февраля в Магадане вновь прошла массовая лыжная гонка «Лыжня России». Ее провели на Гороховом поле. В соревнованиях приняли участие сотни спортсменов Магаданской области. В небе их поприветствовали парашютисты. Забег любителей лыжного спорта проводится ежегодно с 1982 года. Мероприятие уже стало традиционным в спортивной жизни страны и нашего города. Старт «Лыжни России» в Магадане дала президент Федерации лыжных гонок России, абсолютная чемпионка мира Елена Вяльбе. По словам спортсменки, лыжные гонки в этом году в Магадане оставили желать лучшего. Какого-то особого веселья я не вижу, честно скажу. Мне кажется, не очень хорошо организовано соревнование. Детей морозят по непонятным причинам. Я была в очень многих регионах нашей страны на «Лыжни России». Весь интерес, когда все вместе стартуют, взрослые, дети. А у нас, как всегда, это сделано какими-то отдельными партиями, не знаю, возрастные группы. Никто не контролирует время, поэтому и отсюда вот сделали так, чтобы видно было, кто первый, кто второй, кто третий. И плюс очень мало в этом году снега, поэтому как-то так картинка, мне кажется, в общем, немножко удручающая. Юным спортсменам, напротив, лыжный забег понравился. Участников угощали горячим чаем со сладостями. Были и помещения, где спортсмены переодевались, согревались и ждали своего старта. Само проведение мероприятия, как все это скомплектовано, и парашюты, и сладости. Мне понравилось, как все организовали, я бы так сказал. В лыжном забеге поучаствовал и заслуженный мастер спорта России. Он прибыл в Магадан в первый раз, чтобы провести для ребят-лыжников мастер-класс и рассказать о своем пути в лыжном спорте. Каждый сейчас в городе нашей страны стартует «Лыжня России», где-то стартует 13 тысяч человек. Я думал, это такой праздник спорта, лыжного спорта. Я участвовал в «Лыжнях России», но я больше участвовал на международном там уровне. Когда она проходит. Сейчас я уже закончил, поэтому... В основном в Москве спорта. Победители соревнований, занявшие с первого по третье место во всех возрастных категориях, награждены дипломами, медалями и памятными кубками. Поучаствовали в гонке все желающие без ограничения возраста с медицинским допуском. «Лыжня России» объединяет любителей спорта по всей стране. Цель таких соревнований – привлечение взрослых и молодежи к регулярным занятиям лыжными гонками, развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди населения.